Так, туда фонтан такой огромный, треугольный. Потом скамейки с двух сторон, тропинки такие каменные, красивые. Потом там ручеек сделать, в ручейке будут курицы купаться, утята плавать. Там ламы будут ходить вокруг парка. Я ядрить колотить, какая здесь красота будет возле нашего дома, возле эльфовой башни. Прям такой огромный парк будет. А ты что делаешь? А ты подслушиваешь. Я... Ну да. Я тут планирую, какой у нас здесь парк будет прям возле дома. Вот наш новый дом возле эльфовой башни. Такой огромный парк с утками будет, прикинь? Да не, фигня все это твой парк. Короче, смотри, мы сейчас с тобой идем строить дома попугаем. Они там меня уже заколебали. Взрываются, там что-то ходят. Мы же их старые дома кокнули. А новые не построили. Вон они там стоят, их видно отсюда. Даже. Смотри, иди сюда. Иди сюда. Это не я кокнул их дома, это ты кокнула их дома и сама хотела перестроить. Значит, иди перестраивай, я тут уже потихоньку меняю весь наш город. Нет, мы вместе идем строить дома для попугаев. Все, собирайся, пойдем. Подожди сюда. Вот, иди сюда. Что? Смотри, что я здесь построил. Вот встань туда. О, кстати, да, я не заметила. Что это такое? Вот, стой, посмотри наверх. Куда, что там? Вижу хвост рыбячий. А! Эй! Откройся! Спускайся, это ты закройся лучше и спускайся вниз туда. Спускайся, давай. Тихо. Лестница. Ты со своими попугаями с ума там сходишь, даже не замечаешь, что я здесь нового строю-то. Офигеть, это спуск в склад? Он самый. Помнишь, мы хотели его построить, а потом еще подписчики в комментах написали, чтобы мы его построили. Вот, я построил. Ну, не мы, а я, без тебя. Нет, это я помню, что подписчики писали в комментариях. Слушай, а обратно-то вернуться можно? Ну, так через этот вход? Ну, можно, ты на улицу выйди, через улицу сюда верни. Кать! Чё? Ну чё ты так? Ну давай вот сюда. Это у нас типа стол, поколодник, подоконник. Вот, прикольно выглядит, да? Да, слушай, мне очень нравится. А так тоже открывается? Давай! Ну давай, ты не будешь здесь ничего портить. Всё, оставь так, как стоит. Хорошо. Чё, ты чё новенькое построил? А чё тут так это самое странное? Как... А тут чё? Пошли, а иди сюда за мной. Пошли. Я тебе сейчас кое-что хочу показать. Поменьше твоих вот этих любопытных вопросов, просто давай топай за мной вот сюда. Опять этот крендель, Катя, это опять новая поставка твоя, красителей. Так, ну-ка, что привез? Розовый краситель и желтый. Слушай, да, это изумруды. У меня нет изумруда, ты в предыдущей серии потратила все изумруды, иди сюда. Не-не-не, у меня осталось, еще сейчас розовый краситель куплю, подожди, у меня два изумруда осталось, чувак, Отстань от него, я тебе хочу кое-что другое показать. Кать. Все. Со своими розовыми красителями, ей-богу. Подойди сюда, пожалуйста. Угу. Подойди. Вот так, вот встань вот сюда, встань. Вот, повернись. Видишь? Ну, елка. Ну? То есть ты ее видишь, да? Я ее вижу. Ага. А ты в курсе, что на календаре уже май? И как это одно мешает другому, я не могу понять. Какого черта новогодняя елка делает в мае? Новогодняя елка в Новый год должна делать, а уже май. Так давай ее снесем нафиг, я пошла за ТНТ. А что будет? А что будет здесь? А что мы построим вместо этого? Пустошь будет? Не будет пустошь. Помнишь, мы с тобой давно хотели построить здесь огромный бассейн? Я тебе предлагаю бассейн забабахать, пальмы насадить, сделать пикничок-зону, засадить сюда песочек. Будем приходить, пока карантин этот сраный на улице, будем приходить, здесь будем загорать, а? А подписчиков позовем? А подписчиков, конечно, будем зовем. Ну, будем звать только тех подписчиков, которые подписаны на канал. Подписчики, которые не подписаны на канал, не будем звать. Понятно? А, ну тогда надо подписаться, а я пошла за ТНТ. Ага, хорошо, давай. Каким ТНТ? Тихо, все в порядке, все под контролем. Не беспокоимся. Высоковато что-то. Но нормально, справимся. Оп. А ты уверена, что елку лучше всего сносить с помощью динамита, а? Да, главное мне сейчас свой зад не подорвать, если что словишь. Ну я постараюсь, давай. Все, давай, раз, два, три, поджигаю. Катя, она же взорвется к чертовой бабушке, половина города. Ну что, половину елки-то разнесла. Да я хотя бы вот эти морские фонари-то заберу. Они редкие, они полезные, они нам пригодятся еще в хозяйстве.
Эх, блин, надо было немножко побольше ТНТ обставить, так бы все подорвалось. Давай мы поменьше ТНТ будем ставить, и все это просто сломаем с помощью рук. Короче, ты тут ломай, а я пойду сгоняю за песком. А, нет, подожди, каким песком? Лед же тоже как бы надо ломать. Это все песок должен быть в будущем. Лед можно растопить, поэтому неси сюда побольше зажигалок и огня. Давай я лучше не буду тебя слушаться, а буду делать так, как я сам хочу это делать, хорошо? Ну, в принципе, так тоже можно. Едичкай, Катюшка, бульдозеры! А, как круто! Обожаю так делать. Кать! Ау. Тут совет твой нужен. А с этими шашлычками ходячими мы что будем делать? Да, в принципе, ничего особо. Ну, можно и так, да, согласен. Попроси вот этого молодого человека уйти, пожалуйста, отсюда. Здесь стройка проходит, кирпич на башку может свалиться. Так мы ему не заплатили, вот он и не уходит. Иди, изумрудов, дай ему, он и свалит. И дам я ему изумрудов, ладно, если ему свалится кирпич на бошку, ну будет его проблема, а не моя. На самом деле, мы еще с зимы готовили инженерские расчеты, и они у меня лежат вот здесь, вот тут. Угу. Поэтому смотри, мы начинаем нашу разработку отсюда, заканчиваем ее вот здесь, продолжаем до вот этих лам, ну, потому что как бы дальше невозможно здесь ламы. Уйди, кстати. Вот, и как-то вот такой бассейн будет, как тебе? М? Ага. И чё? Ну, ты же в курсе, думаешь... ты в курсе то, что если ты её ударишь, она будет харкаться. И ты сейчас бедный хлам сейчас тоже на колбасу пустишь. Ну а чё они сейчас будут плеваться? Чё нам это? Нам бассейн строить надо, извините. Господи, ты живодёрка. Да, да. Я предлагаю сделать вот здесь бассейн. То есть вот он будет проходить вот так и уходить вот туда. Вот такой огромный прямоугольный бассейн. Может, хватит уже всех реально на котлеты свежевыжатые пускать? Ну, просто он бесил меня. Ладно, продолжай. Он невидимым был. Как он тебя бесил-то вообще? Пузырьками своими. Пырики-пупырики вот эти? Да, они самые. Да он бы не ушел отсюда. Это транспортная компания. Больше не буду у нее заказывать. Короче, сгоняй вот свой пердак на склад и принеси как можно больше песка. И начинай здесь все застраивать, хорошо? А где песок лежит? На складе, в сундуках. Хорошо. Так, а я буду рыть здесь яму, которую потом закопаю Катю, если она сейчас не песок притащит, а кое-что другое. А зачем яма? Для бассейна! Чё так долго копается? Может, потому что ты лопатой копаешь? Так песок же лопатой надо копать. А это камень. А, ну да. А сейчас мы находимся на дне. Вот что правда, то правда. Посмотрите, какую мы вырыли яму, чтобы бассейнчик сделать. Разноуровневый бассейн. Вот здесь мы будем заходить. Здесь только мочить ножки. Здесь мочить уже пузико. Здесь мочить пупок. Здесь мочить ниже зоны бикини. Здесь мочить уже... Что здесь мочить? Сосочки. Здесь вот это все остальное. Мы уже по голову в воде. Кстати, да, здесь уже полностью вам макушку даже мочить. А здесь уже просто тонуть. Вот. В принципе, вот такой у нас будет бассейн и для детей, и для нормальных людей, и для взрослых. Вот. Почему я нормальных людей назвал тех, кто между детьми и между взрослыми? Каких детей вообще? О чем ты? Сейчас нужно по периметру это все вскопать и тоже застроить кварцем. Вот так, чтобы у нас с тобой, Катя, был белый бассейн. Поэтому приступай, Екатежопик, вот так. А песочек? А, песочек, да, вот у тебя же песочек есть. Иди застраивай, вот сейчас это все. Ой. А вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето. Дождик лето, чё-то солнышко одето, в жопе ветерок, ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Держи ведерко и набирай водичку, и надо заполнять наш бассейнчик. Ой, Катюха, ты смотри, какая уже лепота, как это круто выглядит, а? Слушай, да давай просто шланг достанем, включим насос, там, ну, уроним шланг в море, и вот так проведем его сюда, все зальем. Как я тебе в Майнкрафте сделаю шланг, да еще плюс к этому всему уроню его в море? Ты вообще думаешь, что ты горишь, нет? Так было бы проще. Ну, конечно, в Майнкрафте было бы намного всего так проще. Иди за водой, набирай и вот сюда давай притарабанивайся. Так, подожди, мы можем здесь сделать бесконечный источник. Вот прям в этом месте, Катя. Подойди сюда. Куда, чё? Вот сюда, здесь с тобой сразу же сделаем бесконечный источник, чтобы не нужно было бегать вот по 300 раз. Все, можешь черпать воду оттуда. Здесь она бесконечная с этого момента. Ой, как круто. А давай волну искусственную сделаем еще, знаешь, вот, как бывает вот, ага, в аквапарках, волна. Да. И серфинг здесь запустим, да? Ну такое. Ну, с ветерком, да. Так, сейчас идешь, приносишь еловые люки, приносишь дубовые люки, приносишь фонари, приносишь еще немного красных вот этих ковриков. Я никуда не пойду, нам это не нужно. Самое главное в бассейне, знаешь что? Ну? Уточки. Ну, уточек у нас нет, у нас есть только курицы, поэтому сейчас мы все сделаем по красоте. Неси яйца. Ладно, хорошо, тогда иди за яйцами, я тогда пойду за нужными нам ресурсами, чтобы сделать пляж мечты просто. Ну, уточки в бассейне. Там не уточки, там курицы мертвые сейчас плавать будут. Кать, какие курицы в бассейне-то, а? Ну, что имеем, то имеем. Так, фонари. Покажи мне пальцем, где у нас будет с тобой проходить пикничок. Можно сделать, допустим, вот здесь, а? Пикничок? Ну, слушай, если мы заходим, то направо пикничок, налево... Ну да, направо давай. Ну хорошо, тогда вот здесь сделаем пикничок. Он у нас будет примерно какой-то вот такой. Сразу все вот так сделаем. Здесь я предлагаю сделать огромный зонтик, а с другой стороны тогда можно сделать песочный замок огромный и барбекюшницу, а? Как ты сделаешь барбекюшницу, как ты сделаешь зонтик? Курица сбежала! Я тебе сейчас... Подожди, не переживай, я тебе сейчас покажу, как все это делается. Я подготовился, еловые люки у меня есть, поэтому, мать, давай, погнали прямо сейчас. Сейчас мы с тобой делаем вот такой вот небольшой столик. Барную стойку. Ага, барную стройку, да, вот так. По центру нужно запиндюхать стойки для брони. Вот в такой вот последовательности, чтобы оно выглядело как звездочка. Вот так, видишь? Откуда вы все это берете? Что за читерство? Интернет, там люди не такое строят. Сюда красную шерсть ставишь, сюда белую ставишь и сюда белую ставишь. Давай. Так, вот так, вот так. Молодец. Сюда ставим одну рамочку, сюда ставим горшочек. И твоя задача сейчас, Катюха, пойти домой скрафтить тортик, пока я здесь все буду строить. Да опять тортик, что ли? Ну мы и так уже жирные. Иди, давай, вот это делай тортик. Здесь у нас будет курочка. Ах, красота. Я лучше сделаю суп какой-нибудь полезный. Нет, нужен тортик, чтобы поставить его вот сюда, вон на вот это место. Я пока сделаю огромный шезлонг. Этот зонтик, это же шезлонг называется, или шезлонг на том, на чем лежать? Зонтик называется не шезлонг. Шезлонг это то, на, да, что, на что лежать. Лежать, да. Сюда ставим поршень, под поршень один еловый люк. Сейчас опускаем, вот так, ломаем и ставим сюда обычный заборчик. И сейчас это все еще раз надо опустить. Опа! И получается вот такая, я пока что не скажу, что красотища, но как бы все еще впереди. Опа, ты что, тортик уже заварганила? Ну давай тогда ставь вот сюда его. А я не поняла, почему ты без меня тут что-то показываешь, что-то делаешь, мне же тоже интересно. Ну-ка сломай все и заново. Я не буду это все ломать, это все заново делать. Иди ставь тортик, давай, быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я не знаю, сколько нам железных люков надо, но вроде как очень много, поэтому вот так их делаем. И сейчас надо выстроить как раз-таки вот этот самый зонтик от солнца. Дырявый зонтик. Вот так. И сейчас делаем как раз-таки вот такой вот красивенький шезлончик. Да почему я говорю шезлончик? Зонтик, не шезлонг. Нормально. Грибок получился. Грибочек, а не зонтик.
Катя, лопату в руку и туши пожар, туши прямо сейчас! А чё, кого? Лопатой? Лопатой туши! Да не левой кнопкой, а правой! Вот! Сам только недавно узнал, что так можно делать, да. Отойди, закрывай люки, совместная работа, отойди, закрывай я люки. Я ничего не понимаю. Закрывай люки, закрывай все люки, вот так, это сиденья у нас такие получаются. А почему 4 штуки, если нас двое? Неважно, может нас будет когда-нибудь 4, так, ой. А как ты сейчас будешь барбекюшницу-то делать, это же невозможно. Все, Катя, в Майнкрафте возможно, сейчас давай сгоняй за огурцами, а я как раз таки начну делать барбекюшницу. Делается она вот так вот. За огурцами сгоняй! Нет, я сначала посмотрю, как ты сделаешь барбекю. Так, ладно. Где барбекю сделать? Вот здесь? Ну, вот так? Вот здесь, да. Все, хорошо. Учись, Катя, пока я жив. Смотри, как это все делается. В конце концов, это будет выглядеть прям очень красиво. Вот сюда ставим с тобой костерчик. Вот так. Закрываем это все песочком. Рамочка и рамочка. Ап. Переворачивай вот это, чтобы вверх смотрело. Вот так? Вот так, давай. Молодец. А мне вот так нравится. Нет, криво. Да не вот так, а вот ров. Да, да оставь ровно! Кать! Все, оставим так. А вообще можно кушать уже? Да нет, еще нельзя. И я подготовил еще 2 флага вот сюда и вот сюда, чтобы это все прям очень красиво выглядело. Вот так. Нет, это лишнее. Убери. Ну что, мать, ты готова представить нашим подписчикам, что же у нас с тобой получилось, а? Конечно, готова. Ну давай, потопали тогда. Ну подожди, вход, дресс-код. Раздевайся. Эй, чё, в смысле раздевайся, не буду раздеваться. А ты чё, в бассейне в алмазной броне хочешь купаться? Давай, раздевайся, прям сейчас. Хорошо, сейчас оставлю, а то мало ли чё, украдут ещё. Как бы. Сейчас разденемся. Всё, пойдём. Что у нас получилось? С этой стороны у нас зона пикничка. Мы тут жрем, мы тут сидим, мы здесь... Оставь фотку в покое, она как корзина служит. Все, пускай она там стоит. Здесь у нас небольшой такой песочный замок. Здесь у нас барбекюшница, хоть как говорит, что она не барбекюшница, но она барбекюшница. Здесь у нас вот как раз таки шезлонги и столик. А это что? Песчаный замок, я тебе сказал уже. Очень похоже, ну ладно. Ну а это моя задумка. У нас тут есть бассейн, но просто бассейн, это скучно. Должен быть еще небольшой трамплинчик. Давай, прыгай! Да это детский трамплинчик, это прям детский. Вот здесь Катя будет купаться, она максимум будет ножки мочить. Вот, а я как настоящий пацан... Отойди. Я тоже пойду. Кать, отойди. А я как настоящий пацан... Да ядрить ты, Катя, ты мне там залезть или нет? Все, отстань, все. Отстань, все. Я отсюда буду прыгать, ты отсюда не будешь прыгать, отстань. Вот, я как настоящий мужик. Ёперный ты театр, ты мне дашь нормально спрыгнуть в этой жизни или нет? Веселуха. Мне кажется, все наше лето пройдет вот как раз таки примерно вот так. Из-за этого карантина, Кать, мы с тобой максимум вот так будем. Отдыхать! Да, я залезу! Прыгай! Ну, не весело же! Сейчас пришли, вот на шезлонг сели, полотенце, не тащи полотенце. Кстати, да, надо сюда еще полотенце потом запиндюхать. Здесь присели такие, чаечек попили, поотдыхали, жизнь просто удалась. Красиво. Красиво, и ничего больше не скажешь. Пойду поем. Ща мы тут такой фит замутим, ща вот это развернемся 360 в воздухе, все сделаем, как олимпийские чемпионы по прыгучести в воду. Сейчас, короче... Очень страшно было. Так, лови меня, Катя. Страшно, аж сердечко ёкнуло. Поплаваем. Жопку-то намочим, наконец-то. А мне купальник новый нужен. А я пукнуть захотел. Можно водички это сделать? Нет, нельзя.